находимся в поселке Кулюбакино. Интересное название Кулюбакино можно объяснить. Это фамилия первых владельцев этой земли. Кулюбакино – это дворянский род. Они происходят от знаменитого Франца Бека. Он был немцем. Фарес Бек, так называлось его родовое имение в Рейнланде, это Вестфалия, Германия. Он приехал на службу московскому князю, а его внук Дмитрий Михайлович получает себе в кормление дмитров и орешек. И Кулюбакины, это дворянский род, владеет этим селом и соседними селами несколько веков. Кулюбакины верой и правдой служили Отечеству. Один из ярких представителей этой семьи – Борис Михайлович Кулюбакин. Он был генерал-лейтенантом, он участник русско-турецкой войны 1877-78 годов. Он был военным историком, он был культурологом. Ему принадлежит большое количество работ по военным сражениям, по истории войн. Особое значение имеют его труды, посвященные Отечественной войне 812 года, к столетию Бородинского сражения. Борис Михайлович Кулюбакин создает подневную хронику Бородинского сражения с 8 августа по 26 августа. Борис Михайлович Кулюбакин был также военным консультантом Франца Рубо. Это тот художник, который создает знаменитую панораму Бородинского сражения. И этой панорамой мы можем с вами любоваться и изучать Бородинское сражение в здании, которое сейчас находится на Кутузовском проспекте. Борис Михайлович был главным консультантом Франца Рубо. И без его, наверное, вмешательства, без его консультаций Франц Рубо не создал такую эпохальную панораму Бородинского сражения.